Глава города Вячеслав Сверчков встретился с членами городского клуба «Ветеран». Повод для встречи приятный. 1 октября во всем мире отмечается День пожилого человека. Этот праздник – дополнительный стимул уделить чуть больше внимания старшему поколению. Самые активные представители клуба «Ветеран» получили в этот день благодарности. В Иванове, по словам главы города, пенсионеры очень живо интересуются всем происходящим вокруг. И с вершины своего опыта нередко подсказывают властям, как лучше действовать в той или иной ситуации. Не каждодневно сегодня действительно переживают за не только за свой двор, за свой дом, но и за улицу, за район, за город. Мы очень часто слышим от них и критику, и, наверное, это тоже хорошо, потому что муниципальная власть должна знать свои недостатки, те моменты, где не дорабатываем, и сегодня старшее поколение нам об этом говорит. Поэтому мы и за это им благодарны и убеждены, что сегодня задача и ветеранов, и муниципальной власти, чтобы действительно жителям города жилось комфортно.